Всем привет! Александр из Зеленограда, Москва. Сейчас пришел с работы, со скорой, и принесли заказную бандерольку из города Петрозаводск. Похоже, это книжка. Мы купили книжку на сайте alip.ru, букинистический сайт. Я там иногда покупаю книжки. Скорее всего, ну, мы ждем книжку, посвященную проведению опытов, связанных с микроскопом в условиях школьной программы для школьников. Здесь должно быть 60 с лишним опытов описано, как ими пользоваться, как их проводить, используя микроскоп. Книга старая, по-моему, 70-го года. Сейчас откроем. Продавец, фамилия Орлик. Я уже несколько раз у него покупал. Рекомендую вам покупать книжечки у него. Очень ответственный человек. Вот так вот запаковано все. Так. Все, он сначала этой проложил, потом это еще в пакетик положил. И вот она книга. Автор Васильева, Горбунова, Кашина. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. Когда-то она стоила 15 копеек. Пособие для учителей. Москва, просвещение, 78 год. 78 год. Ну, тут описывается, как проводить опыты. Работа номер 10, например, сосущая сила клетки. Работа номер 11, оболочка клетки. Здесь написано цель работы, материалы, оборудование, краткое теоретическое пояснение и ход работы. Что за пошаговая инструкция, что и как делать. С картиночками даже. Кристаллические включения в клетки. Очень интересно. Мы скоро получим микроскоп и будем проводить все эти опыты на микроскопе. Думаю, что буду снимать видео, обзоры. Образование крахмала в листьях растений. Интересно. Так вот. Все. Вот такая у меня радость. Всем счастливо. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, вам будет интересно. Пока.